Ну что, мы погрузились. Сейчас вам покажу. Вот этот полный трындец, который у нас на 10 дней собрались. Там просто, конечно, вещи вообще вагонище. Но мы с тем учетом, что все-таки планируем заехать покататься либо в Мурманске, либо в Финке. И вот наш еще один член экспедиции. Но мы его, конечно, везем маршрут поближе. Ну что, ты очкуешь? Все, едем. Смотри. Самый главный путешественник. Друзья, всем привет. Сегодня наш первый день, едем в Санкт-Петербург. Богдан, что ты хотел рассказать? Да, в общем, в этой поездке у нас есть одно маленькое «но», и оно не очень, так скажем, мягко хорошее. Дело в том, что машину мы взяли в компанию Mitsubishi уже где-то с месяц назад, и мы взяли машину на месяц, и у нас есть доверенность, которая действительно до 28 февраля. У нас сегодня какое число? 21 число. То есть у нас 8 дней, даже 7 дней, чтобы съездить до мыса Нордкам, на фьорды, на Лофотены и вернуться назад, пересечь границу. Мы должны это успеть. Поэтому у нас режим так называемый нон-стоп. Опять горячие кочерги в заднице по самые помидоры. Мы будем ехать, будем стараться. Конечно, многое пропустим, но, опять же, сразу прошу вас отнестись к этой экспедиции. Никак. Экспедиции. Да, не как экспедиции, да, давайте так. Мы назовем ее разведывательное турне по Скандинавии. Разведывательное турне. Для того, чтобы потом вернуться туда уже на какие-то интересные точки и, возможно, вернуться туда с большой семьей, вывести нашу семью, большую семью. Проехали где-то примерно уже километров 500, впереди еще километров 400. Остановились вот в таком месте, покушали в кафе «Лукошко». Все круто, дорога хорошая после Череповца, погода тоже хорошая. Ну что, приехали в Питер. Пол первого. В принципе, сколько мы ехали, получается? Выехали в 3 дня, сейчас пол первого. Ну, вполне, не спеша доехали. Сейчас идем заселяться в гостиницу, остановились в Ибисе. На Лиговке.
Влада отказывается сниматься, потому что мы только проснулись, все помятые. Сейчас завтракаем. Нам нужно купить сегодня преобразователь 12-220. Нужно купить скоростную карту памяти для нашего нового фотика, который мы взяли. Будем Олимпус тестить, это очень крутанский. Половина видео всех панорамных будет снята именно на него. Основной экшен будем снимать на нашу старенькую GoPro Hero 3 Plus Black Edition. Все, сейчас идем завтракать. И сразу прошу вас прощения, наши дорогие друзья, потому что мы что-то подпростыли, поэтому насморк, будем говорить, в нос, горло немножко попали, да и состояние у нас такое, сами видите. Простыли, но не откладываем наше путешествие, едем и едем в Норвегию. Мерзнем там. Кстати, масленица уже началась, поэтому даже здесь, смотрите, есть блины с какой-то вот пижней. Короче, столкнулись с такой проблемой, что нигде нет инвертора, преобразователя 12-220. Сейчас идем, чтобы его найти. А у нас дома всего лишь два? А у нас дома два, да. Которые были в гараже, и мы не смогли их забрать. Потому что мы ленивые и не своевременные. Ленивые и не своевременные. Бред. Короче, мы шли по галерее, и на самом деле шли за инвертором, и увидели вот такие бочки. Они полностью резиновые, как кроксы. Я думаю, что надо брать. Ребят, у нас под каждым видео есть примерно 1, 2, 3, не больше дизлайков. Ребят, я даже вас люблю, всех, кто ставит эти дизлайки, но здесь котик, и он вам передает привет. Так, ну что, мы в итоге так и не купили инвертор. Сейчас едем к ребятам из Red Fox, забираем курточки теплые. На выезде заедем в Ленту, купим еще немножко продуктов и выдвигаемся в сторону Финки. По пути посмотрим еще в Медиамаркете или в МВидео еще инвертор. А еще мы заболели. Заболел, да, с нами Богдан. И заразил всех. Да, заразил меня. Мы купили еще целую кучу всего в аптеке. Возьмем у них на тест курточку. Вот тут кто в Red Fox'ике наши, да, первые. Ну все, и теперь мы будем в Red Fox'ике. Ну что, Питер нас не хочет отпускать. Мы уперлись в питерский. И толкаемся уже очень и очень долго. Надеюсь, что скоро мы выйдем. Нам осталось разменять баблишко. Покушать. Причем очень хочется кушать. Что-то умотались, не рассчитали опять сил, времени. И пора уже выезжать, да. Потому что у нас уже начало третьего, а мы еще в Питере. Я чувствую, что выйдем отсюда часа в 3-4.
А мы сегодня планировали быть в Олу. А до Олу нам 600 километров. Чувствую, что как минимум на день у нас график сдвигается. Там их не забывай про ограничение скорости, и они там, ну, как бы такие действительно, особенно в Норвегии, там превышение хотя бы в 1 километр уже могут остановить копы. Кстати, кто собирается туда, в эти, в скандинавские страны, там тема с тем, чтобы сдать тебя властям, это просто, ну, как бы норма. То есть, если кто-то из норвежцев увидит, что ты быстро едешь, они тут же отзвонятся в полицейский участок, назовут номер твоей машины, марку машины, и скажут, куда ты поехал, и полицейские тебя остановят. Вот такие вот дела. То есть у них там это норма. У нас это считается настучал, а у них это считается проявил бдительность. Опять небольшая остановочка. Решили сделать грин-карту. Ну вот, остановились там у первого попавшегося ларёчка. Богдан сейчас фотографирует. Фотографирует Богдан, как я снимаю. Вот, можете заценить курточку. Богдан, тебе тепло в куртке? Да. Тепло в куртке? Да, прикольно, тепло, только руки замерзли. Ну, очень давайте, хорошо, что я вот так давай я тебе дам классные перчатки, которые мы купили, чтобы они лежали в машине. Давай. На, классные перчатки, убирай. Вот это классная перчатка. Давай. А, не это? 5:30, друзья, 5:30, а мы еще в России. Вот настоящие путешественники. На самом деле, знаете, в этот раз мы едем, мы кайфуем. Не паримся, что у нас график, мы как-то торопимся, хотя мы торопимся. Напоминаю, до 28 числа нам нужно выехать из зоны Шенгена. У нас заканчивается доверенность на машину, и нас не выпустят, если мы не уедем. Поэтому... мы торопимся, но не торопимся. Ребят, привет. В общем, мы доехали до границы, заправляемся. У нас здесь крайний раз в России сейчас перед въездом в Европу, потому что ценник, ну, сами понимаете, какой. Вот 24 литра влили на 1000 рублей. Там бы это нам обошлось, ну, 1003, наверное, где-то примерно. Ну что, крайняя запись в России, потому что сейчас мы пересекаем границу Россия-Финляндия, и уже следующая запись у нас будет аж после всего нашего тура и всего нашего путешествия по Скандинавии. Сейчас мы находимся на границе. Место у нас называется город, в который мы будем въезжать, Иматра. Такой, насколько я понимаю, не самый популярный пограничный переход, потому что брусничная, Торфяновка здесь в Питере все-таки считается такими более популярными. Все, проходим российскую границу и уже встречаемся с вами в Финляндии. На границ снимать не будем, потому что были прецеденты у нас уже до этого. Ругаются, ну, нервничают, задерживают нас и портят настроение и нам, ну и, наверное, и себе. Поэтому снимать на границе не будем, вот так вот вам чуть-чуть сниму, как там все. Ну, на границе все, как всегда, тихо и спокойно. Все, поехали, едем в Финляндию. Ну что, прошли финскую границу очень быстро. Несмотря на то, что у нас очень много вещей, нас посмотрели так чуть-чуть фонариком поверхностно. В глаза. Да, в глаза посмотрели. Потому что немножко простужены, красные глаза текут. Я не подумала, что может быть. Да нет, на самом деле очень быстро. Плюс они все-таки здесь привыкли к русским на вот питерской таможне. Поэтому прошли очень быстро. Причем у нас доверенность генеральная на английском языке на... подписано на Оя, да, Накамура. Подписано, да, самим лично. Генеральным директором Mitsubishi Motors. Да. И вопрос в том, что даже ее не посмотрели, ничего не посмотрели, просто посмотрели ни СТС. Ни страховку. Ни страховку, ничего искали, просто езжайте. Я, конечно, отлично.
Это, в общем, мы подумаем, и, возможно, мы рискнем, мы же всегда любим рисковать. Она у нас заканчивается 28-го, но мы хотим все-таки доехать до мыса Нордкамп, и нам, мы просто по времени не успеваем. И тогда мы вернемся назад не 28-го, а 3-го или 4-го на свой страх и риск с просроченной доверенностью. Я думаю, что мы это сделаем, потому что если мы это не сделаем, то это будем не мы. Нордкамп, Динас. Ну что, мы приехали в Финляндию, проехали где-то 100 километров от Иматры, и Влад уже удивляется, там очень холодно. Ребят, мы остановились просто на обычном паркинге рядом с дорогой, я сейчас покажу его. Беседка, рядом закрытый домик. Если посмотреть вот здесь по карте, сейчас покажу. Тут рядом просто какое-то красивейшее вот это озеро. Тут городок небольшой. И у нас такой вид открывается на этот озеро, на прибрежные домики. Сейчас пойдем делать ночные фотографии. Вы сейчас смотрите, в какой красоте мы остановились. Сейчас, да, сейчас мы расстелим наш кемп прямо в машине. Напомню, мы демонтировали заднее сиденье. Все приготовим, переодеваемся, утепляемся и идем снимать ночные фотографии. Так вот выглядит со стороны наш кемп. Мы уже разбираем, готовимся ко сну. Как дела? Классно. Так, сейчас я вам покажу, как. Владюш, подержи еще раз. Давай. Смотрите, сколько места. Мы демонтировали заднее сиденье, и у нас здесь просто рай в шалаше. Так, друзья, мы потихонечку тут разложились, переодеваем сейчас. Влада вот тоже переодевает. Одели термушечку. Да. Сразу же тепло. Одели термобелье. Смотрите, как со стороны, вот могу показать. Места вообще очень много. Сейчас идем поснимаем немножко ночнуху, затестим наш фотик новый, который мы еще даже не потестили, посмотрим, как он снимает ночью, и будем ложиться спать, покушаем и будем ложиться спать завтра. О, у нас же еще плов. Да, у нас пловик, который мы еще в России прикупили. В общем, завтра после всего этого дела просыпаемся и дуем в сторону, куда мы там едем, как называется? Не, ну да, Швеция, да. Короче, до Оулу и Солу уже в Швецию. Все, переоделась? Да, я думаю, в куртке или кофточку лучше. Смотри сама. Здесь сюда, здесь, здесь. Окей, все, одеваем кроксики и погнали ночнушечку. Вот. Мы решили все-таки немножко перекусить перед тем, как отправимся делать ночные фотки. И вот можете посмотреть, как мы это делаем здесь. Разместились довольно спокойно. Смотрите, опять же, я... Поперек, главное, поперек. Ты можешь сесть, и тебе да, то есть в отличие от нашего двухсотика, где у нас есть спальный бокс, соответственно, если бы здесь стоял тоже бокс, то он был бы примерно вот на таком уровне, и сами понимаете, как мало было места. Здесь практически в два раза этого места больше. Соответственно, можно вот так сидеть в полный рост, очень это удобно. Ну и места очень много, у нас просто тут табор. Я думаю, что втроем здесь можно поместиться, было бы вообще смело и спокойно. В общем, сейчас покушаем пловику с салатиками. И двигаем перед сном горячего еще чайку и идем снимать. Пора уже, пора тестить наш фотик. I think it's all angels just walk by.